Здравствуйте, рыбаки и рыбачки. Сегодня мы делаем с вами новую снасть. Вот из такой прищепки. Не удивляйтесь, она должна быть иловистой. Вот смотрите, это прищепка. Мы берем ее, разбираем. Нам нужна вот эта вот металлическая пружинка. Вот эта металлическая пружинка. Поэтапно показываю, что мы делаем. Вот эта металлическая у нас пружинка получилась. Видите? Мы берем на эту пружинку, надеваем тройничок. Потом с двух сторон цепляем кусочки свинца. Тройничок ходит, свинец стопорит. Вот это первоначальный этап изготовления нашей снасти. Дальше буду делать поэтапно и вам показывать, как она делается, что она делается. Ну, снасть должна быть очень уловистая. Следующий этап. Берем стальную проволоку, сантиметров так 10-15 на глаз. Вертлюжок. Вертлюжок вставляем в стальную проволочку и делаем вот здесь такую петелечку. Видите? Вот, по-моему, видно, да? Это у нас следующий этап. Дальше покажу сейчас. Следующая наша операция. Мы вот здесь вот делаем два колечка. Таким расчетом, чтобы они были ближе, чем вот эта вот часть раздвижная. Вот сейчас ее вот цепляется она за крючок. Вот она. Вот, чтобы кольца были и ближе. Потому что нам нужно, чтобы эта пружинка сжалась. И чтобы она держалась хорошо. И форма немножко поменяется. Вот это мы сделали два колечка. Потом мы берем, надеваем. Получается у нас, видите, вертлюжок сверху находится. Здесь мы припаяем. И здесь мы припаяем. Наденем. Здесь сразу на саму эту пружину припаяем. И здесь отдельно колечко припаяем, чтобы она не разогнулась, когда мы будем соединять. В общем, принцип, я думаю, вам ясен. Вот эти вот два одеваем. Вот получается, вот здесь идет дальше вертлюжок. Сейчас я спаяю и покажу дальше. И вот мы спаяли. Показываю, видите, вот здесь. Вот здесь мы спаяли. Вот у нас вертлюжок. Вот здесь два грузика. Здесь еще сделаем проволочку. В ней будет тоже грузик для утяжеления снасти, потому что на ней мы будем работать с лодки. Дальше мы ее окультурим. И все это я вам покажу. По идее, снасть должна работать великолепно. Итак, мы приступаем к следующей операции. Смотрите, что мы делаем. Я вам говорил, что сюда мы должны вставить проволочку. Правильно? Вот сюда вставляем проволочку. Проволочка у нас шпринтовочная, мягкая должна быть. Можно и медную поставить проволочку. Потолще, потоньше. Вот сюда мы крепим. Затем вставляем картечину. Видите, она вращается. Тут отверстие просверлено. Здесь соединяем. Для чего надо, чтобы оно вращалось? Чтобы мы отводим ее в сторону. И здесь дальше ставим красную нитку. Одну, вторую. Как получится, расскажу, покажу. И процесс тут несколько этапов идет. Сейчас следующий будем готовить. И вот смотрите, что получилось. Вот у нас вертлюжок. Здесь вот эта петелька металлическая, куда вставлен вертлюжок. Сюда привязываем одну красную нитку на угол, вторую привязываем сюда. С ними сейчас, с этими нитками, ничего делать не будем. Мы обрежем потом. Но когда мы все подгоним, определим, как оно должно быть, в конечном итоге, вот эти уголки, узлы точнее, ниток, обязательно нужно промокнуть лаком.
Даже можно любого цвета, какого есть, можно даже и не красным. Дальше работаем. А что нам надо делать дальше? Дальше нам нужно придать формочку тела нашей блесны. Для этого мы этот грузок поднимаем к самому верху, прижимаем. И используя вот такую проволоку медную, делаем тело этой блесны. И вот что у нас получилось. Мы обмотали вот этой проволочкой медной. Я считаю, что ее не красить, ничего там другое с ней делать не надо. Она и так прекрасно будет здесь работать, привлекать рыбу. Цвет такой жуковский, как говорится. Не Жукова, а военачальника, а жука настоящего. Вот так вот у нас получилось. Тут я чуть обрезал. Потом расскажу, какая роль этого дела. Теперь тут надо нам опушить. Ну вот у меня есть козлиная бородка. Кстати, и есть фотография вот этого вот героя. Вот это, вот этот козел мне на рыбалке все время какой-то вот без привязи ходил, самовольный, на прогулку. И когда я ловил рыбу на берегу, он все время подлазил, прыгал, скакал, на деревья залазил, по моим удочкам шастал. Он мне настолько надоел, что я вспомнил, что нужна козлиная бородка. Отрезал ему бородку, и вот у меня есть козлиная бородка. Ну и вот есть же такой опушиватель. Я посмотрел так, попробовал, знаете, на ощупь не отличишь. Наверное, я остановлюсь на желтом опушивателе. На контрасте будет лучше, чем это даже. Ну, попробуем. Итак, я опушил, решил сделать желто-зеленое такое. О, почти как прапор Украины. А это для того, чтобы создавалось впечатление, что это существо гоняется за мотылем или схватило его. Почему и сюда я поставил более тяжелую часть свинца, то есть эту картечину. А сейчас мы взвесим, сколько же она весит, наша эта новая блесенка. Значит, включаем и смотрим. Вот стоят у нас 0 грамм, а сейчас смотрим 9,5 грамма. Ее можно из берега забрасывать, кидать. Ну, честно говоря, я люблю ловить с лодки на такие снасти. В общем, 9,5 грамма. Сейчас я привязал сюда леску 0,6 и попробую показать вам, как она работает в аквариуме. А потом будем принимать решение. Несложно сделать блесну из прищепки. Спасибо, пока. Сейчас будем смотреть про аквариум. Сразу прошу прощения за аквариум. Он у меня позеленел, зато обстановка близкая к речной, когда рыба цветет. Вот так он тут он работает. Можно его даже закидывать. Вообще я люблю ловить на такие снасти с лодки. А сейчас мы замедленно покажем ее работу.
Спасибо. Подписывайтесь. Благодарю за просмотр. Всем здоровья и удачи в рыбной ловле.